Нариномарская электростанция отмечает юбилей. Одному из старейших предприятий округа исполнилось 60 лет. Ветеранов электростанции и всех тех, кто сегодня обеспечивает бесперебойное электроснабжение города и ближайших сел округа, чествовали на торжественном вечере во Дворце культуры «Арктика». За 60 лет развития маломощная дизельная станция превратилась в стратегически важный для округа объект. От имени губернатора округа коллектив поздравил его заместитель Александр Лидер. Сегодня от вашей работы зависит энергетическая безопасность Нарьян-Мара и трех ближайших поселков. На протяжении многих лет предприятие успешно сохраняет традицию повышения эффективности деятельности. В целях бесперебойного электроснабжения потребителей вашими силами регулярно проводятся работы по ремонту, обслуживанию и реконструкции основного и вспомогательного оборудования предприятия. В рамках торжественного вечера за высокое профессиональное мастерство, личный вклад в развитие предприятия сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и собрания депутатов округа. Разрешите поприветствовать всех вас с этим замечательным юбилеем. И тех, кто присутствует в этом зале, конечно, прежде всего. И тех, кто сейчас не может здесь присутствовать и находится на рабочих местах. У вас непрерывное производство. И действительно, благодаря сейчас именно их работе мы говорим, выступаем на этой замечательной, красивой сцене. Это все благодаря вашему труду. Сейчас на предприятии трудится 167 человек. Нарьян-Марская электростанция сегодня – это крупное современное предприятие, работу которой не замечаешь, пока горит свет. Нарьян-Марская электростанция – это сердце любимого города. Это база сферы экономики, которую переоценить невозможно. От ее работы зависит надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благополучие граждан. Сегодня энергетика переходит на новые инновационные технологии. В отраслях применяются энергетические, энергосберегающие технологии. Особый почет ветеранам предприятия, которым также вручили почетные грамоты администрации округа, благодарственные письма собрания депутатов и памятные подарки. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».